тренировке немного повредил Старлет. Теперь он уже битый. Битый и крашеный. Сегодня у нас продолжаются подвесочные движения. Сегодня у нас по плану переварка кулаков. Вот там инженерия замеряют все. Сейчас поставят на станок ротлер там у нас и сделают новые кулаки. А вот выше он здесь. Пусть качество. Что-то думают.